сегодня ты услышишь сказку про наше родное Лукоморье и заморский остров Буян. Жил-был в Лукоморье леший. Как-то раз он пошел в лес и нашел чудесное блюдце с волшебным яблочком. Крутится яблочко по блюдцу и рассказывает, что в мире деется. Пришел леший к себе в избушку, поставил чудесное блюдце, крутанул по нему волшебное яблочко и услышал. Здравствуйте, уважаемые блюдце-слушатели. Заморский голос начинает свои передачи на русском языке. У нас на острове Буяне 4 часа дня, в Лукоморье полночь. В программе этого часа последние известия. Как стало известно нашему лукоморскому корреспонденту из осведомленных кругов, легендарный герой Илья Муромец в прошлом был репрессирован и сидел 30 лет и 3 года без права выезда из Муромской области. Его товарища по оружию Алешу Поповича перевели на работу в узбекскую сказку «Хаджой на средина». Официальные власти Лукоморья по-прежнему продолжают утверждать, что причина бессмертия Кощея в бесплатной медицинской помощи. Между тем и на нашем острове ведутся большие работы по омоложению организма. Недавно лабораторию по омоложению посетил сам президент нашего острова. Ученые предложили ему отведать специально выведенные искусственные молодильные яблочки. Президент надкусил яблочко и пошутил, что, вероятно, оно слабит, как настоящее. Через несколько минут все окружение президента смогло убедиться, что он обладает даром предвидения. Через неделю после этой дегустации личный врач президента заявил, что, несмотря на отсутствие внешних признаков омоложения, президент уже начал впадать в детство. Говорит заморский голос, продолжаем передачу последних известий. Правительство нашего острова отвергло ноту Лукоморья в связи с размещением вдоль лукоморских границ наших огнедышащих драконов и змей Горынычей с разделяющимися больными головками. Наше правительство заявило, что огнедышащие драконы установлены исключительно с мирной целью вскипятить на них чайку. Заслуживающие доверия источники сообщают, что в Лукоморье скоро не увидят очередей со спиртными напитками. Каждому алкоголику будет выдана шапка-невидимка. По другим сведениям, будет сделана только одна большая шапка, которой просто накроют сами спиртные напитки. Мужья и жены во многих лукоморских семьях работают в разные смены, поэтому у них существует единственный способ завести ребенка – наскрести его по сусекам и потом скатать в колобок. При этом жены никогда не консультируются с врачами-специалистами. Вероятно, поэтому лукоморские колобки так неказисты на вид. У нас консультация с врачом обязательна для всякой культурной буянской женщины. Поэтому наши колобки так симпатичны, и один к одному напоминают приятное лицо врача-консультанта. В одном из королевств объявлен персоной нон-грата лукоморский агент Иван, долгие годы прикидывавшийся там дурачком. Иван был задержан девицей легкого поведения Дюймовочкой, в тот момент, когда он, по ее утверждению, срисовывал с указательного камня секретную схему дорог. Направо пойдешь, клад найдешь, налево пойдешь, от жены умрешь. В ответ на это в Лукоморье был тотчас задержан королевский агент Оловянный Солдатик, взятый с поличным в тот момент, когда он списывал со стены секретную надпись «Спартак чемпион, ЦСКА конюшня».
В Лукоморье, где так любят говорить о своей моральной стойкости, откровенная порнография уже проникла даже в детские сказки. Так в одной из них некая Машенька спит в кроватке медведя. «Кто спал в моей кроватке?» — рыча спрашивает медведь, делая вид, что не знает. В другой сказке мышка-нарушка говорит первому встречному открытым текстом: «Я мышка-нарушка, иди ко мне жить». В связи с недовольством по поводу недавнего посещения нашим президентом могил злодеев, Госдепартамент выступил с соответствующим заявлением. В заявлении говорится, что президент предполагал посетить могилы злодеев с единственной целью – плюнуть на них. И только отсутствие слюны в тот момент помешало ему это сделать. Президент сказал, что вся слюна ушла на слабо развитые страны. Мы передавали краткую сводку новостей дня. Наши передачи окончены. Мы вернемся в эфир через 6 часов. Чтобы нас хорошо слышать, необходимо сделать, дорогие блюдца слушатели, следующее. Мелко порежьте 4 вареных яйца, посолите, отварите лапшу. Когда она будет готова, откиньте ее на друслак, обдайте холодной водой и повесьте себе на уши. До встречи в эфире, уважаемые блюдцы-слушатели.